Всем привет, мои дорогие! Ну что, сегодня мукбанг. Заработалась я, время 1:30. Только сейчас буду завтракать. Ну, это будет завтрак, обед. Но как я могу оставить YouTube без моего мукбанга? Вообще никак. Это было бы из области фантастики. Короче, вы не поверите, ем я каждый день, но снимаю мукбанг не каждый день. Но опять же, всегда предупреждаю, мукбанг. Кому не нравится, не смотрим. Все просто. Так, ладно, все, хватит болтать. Едим. Что у меня здесь? У меня здесь салатик, заправленный сметанкой, сельдерей, яблочко и орешки. Орешки у меня, как он называется? Арахис. Соленый арахис. И заправлено сметанкой. И еще куриная грудка, пожаренная с лучком. Ну, лучок немножко подгорел. Но меня это вообще не смущает. Я люблю. Подгорелый лучок. Уходи, да, давай. Ну и котики-обормотики. Еще чаек. Клубничный мохито. Зеленый. Не ходи там на заднем фоне, не позорь мать. Куриная грудка. А вкусно? Солюшка, перчик. У нас сегодня опять мороз. Минус 18. Я вот думаю, знаете, почему у нас дороги-то не почищены? Может быть, всю технику отправили в Москву? Ну, снегопад же вроде как аномальный. В Подмосковье техники не осталось. Честно говоря, вот за все время, что я живу в Подмосковье, первый раз такое, что дороги не почищены, автомобильные. Вернем салатика. Вкусно. Кстати, сельдерей. Что это? Приправа. Да, блин. Кошкин дом. Что хотел сказать-то? Сельдерей. Стебли. Сейчас сезон. Ну, не знаю, я обычно зимой покупаю стебли. Хотя, наверное, они есть круглосуточно, круглогодично. Не знаю, кстати, не обращала внимания.
Ну, это вот свежий овощ. Овощи где-то. Который сейчас доступен и вкусный. Потому что, ну, огурцы, помидоры, честно говоря, сейчас такое безвкусность. То есть сельдерей можно за 70, за 60 рублей найти эту пачку. Сделать салатик. Можно не сметаной, можно йогуртом заправить. То есть любой каприз. Он такой свежий салат получается. Хрумтящий. Все как не любят смотрители мукбангов. Есть такие, такая категория людей, которые смотрят и сам над собой издевается. Мне не нравится, но я смотрю. Ну, еще из свежих доступных сейчас овощей таких. Это зеленая редька. Она не такая терпкая, как черная, но придаст свежесть вашему салату. Опять же, морковка. Капуста, пекинская капуста. Салат даже не солила. Ну, потому что там арахис. Ну, плюс сметанка. Тоже так немножко солоноватость дает. Еще сельдерей бодрит. Не бодрит. Ой. Хотя да, бодрит. Короче, он придает силы. Очень вкусно, очень полезно. Выглядит, конечно, салат как месиво. Но мешает выложить его красиво. Кстати, начался третий сезон «Мастер-шеф профессионала». По субботам. Смотрите? Посмотрите. Конечно, там больше шоу, чем кулинарию, но челюсть устала жевать. Это энергичный салат, понимаете? Бывает энергичный танец, это энергичный салат. Да то звук, небось, огонь. У этого телефона очень чувствительные динамики. С таким салатом.
Устала жевать салат. О. Доедим куриную грудку. Сейчас даем. Буду работать. Чаек. Это что-то сегодня работы много. Нет, это хорошо. Я уже подсоскучилась от хорошего рабочего ритма. Ну, то ныло, что очень много работы, то теперь ноем, что очень мало работы. Нет в мире совершенства. Курочка вкусна. Прислала девочка фотографию Дусиного ребенка, серенького, которого забрали. Пельменчик. Ну, его Басенькой зовут. А мы на чемоданах. Ну что, доедаем энергичный салат. Чуть-чуть осталось. Он вкусный. Прям-прям. Чавк-чавк. Кстати, если хотите раздражать кого-то из тех, кто не любит, как чавкают, очень рекомендую. Это, кстати, вариация на один из моих любимейших салатов. В оригинале он делается сельдерей, яблоко, огурец, грецкий орех. Ну и сметана, либо йогурт по вашему желанию. Тут у меня вариация. Сельдерей, яблоко и арахис и сметана. Вкусно, динамично, энергично.
Надо же, чтобы в кадре была еда. Тоже мукбанг. Ну что, настроение хорошее. Еда вкусная, быстро. Иногда даже полезная. Все, запиваем чаечком. Все энергично сживала. Почавкала. Все, день удастся обязательно. Ты уже полдня прошло, ну, это нюансы. Вкусный чаек. Все, на этом со всеми прощаюсь. Всем отличного дня, хорошего настроения. Жизнь прекрасна. Не забывайте об этом. Все. Пока-пока.